хотел это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг, услышав музыку, я сам себе сказал: я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи. Я выбираю жить в Каи. Здравствуйте, мои дорогие. Погода, сами видите. И поговорить я сегодня хочу с вами на такую тему. Мое лекарство от старости. Это так, наверное. Вот то, чем я занимаюсь, и бетоном, и украшениями, и картинами, и шью-вяжу. Все это мое лекарство от старости. Я вот стала часто называть себя бабушкой. Так, в шутку вроде бы. На самом-то деле я себя такой не чувствую. Помню, бабушка мне в детстве говорила: вот тело стареет, любонька, а душа-то молодая всегда остается. Ну, я тогда этого не понимала, конечно. И только с возрастом вот до меня дошло, что это так и есть. Да, смотрю вот на себя в зеркало, и у меня мысль такая: Господи, что это за женщина, кто это? И когда вообще вот такие метаморфозы произошли с моим телом, с лицом? Внутри-то я осталась такая же, как была раньше. Даже смелее, что ли, стало. То, чего раньше боялась, что меня тормозило, а сейчас мне наплевать на это стало. Коты. Хулиганы. Хочется так много сделать, все успеть. И сделать то, чего раньше не смогла сделать. Мне очень нравится выражение одно: Бог за тобой наблюдает. И живи так, чтобы ему было интересно и не стало скучно. Это прям про меня. Что ты хочешь? За что я... Обожаю прям своих подписчиков за то, что вы меня понимаете. Ну, не все, понятно, но очень многие. Я вам за это очень благодарна. Потому что люди моего возраста вообще часто меня не понимают. Не находим мы общего языка, общих тем для разговора. Смотрят на меня с каким-то удивлением. Мол, возраст уже у тебя не тот, может, тебе пора угомониться. А я думаю, не. Сидеть с вами на лавочке и обсуждать проходящих людей у меня нет ни времени, ни тем более желания. У меня работа стоит. Да я лучше пообщаюсь с нормальными умными людьми, которые мне интересны, пусть даже в интернете. Ну и что? Как это называется, я не знаю. Наверное, жизнь полюбила, научилась ценить каждый день. В голове куча идей всяких, желаний что-то сделать, прям руки чешутся. Так интересно, что получится, интересен сам процесс. Интересно само состояние вот этого вдохновения. Это ж классно. И это не дает мне растечься у телевизора с потухшими глазами, постареть и деградировать. Это меня постоянно толкает вперед, не дает покоя и несет меня по бездорожью. Yeah.
И вообще, любимое дело, вот везде пишут, говорят об этом, что человеку очень важно найти себя в этой жизни, свое дело. Предлагают тесты всякие, как определить, чем тебе заниматься. Тренинги, как найти свое дело. А мне кажется, все наоборот. Само дело тебя выбирает. Ты сам не выбираешь. Типа, ой, чем бы мне заняться? Нет, это так не работает. Твое дело – это когда ты тупо не можешь этим не заниматься. Вот тогда это твое дело. Ты не можешь забыть о своих идеях. Они у тебя постоянно в голове и требуют реализации. Ну и тебе просто в кайф этим заниматься. Никаких тестов ведь раньше не было. Мне просто вот всегда хотелось сделать что-то своими руками. Причем всегда, всю жизнь. Просто раньше не было столько свободного времени, да и сил не всегда хватало. Работа, дом, дети, мужья. И все равно всегда что-то делала. И шила, и вязала, и для себя что-то делала, и для дома. Ремонты сама делала. И всегда ремонт мой был лучше, чем у моих знакомых. Даже не то, что лучше, а интересней. Потому что это в тебе сидит. Не знаю, тут или тут. Но по-другому жить не можешь. А пенсия – супер время. Все социальные задачи выполнены. Дети выросли. Внуки уже школьники. На работу ходить не надо. Переживать, что муж от тебя уйдет, тоже не надо. Ляпота. Так что я, мои дорогие, призываю вас не стареть, заниматься любимым делом, не тратить время на всякую ерунду. Развиваться и вообще держать хвост пистолетом. Это мое вам пожелание. Ну, а я пойду дела делать дальше опять. Пока-пока, мои дорогие.